Деревня Кобелка. Одна длинная улица. Около 2 километра длиной. И немножко ответвления. Я туда также заеду, покажу. Видны одни и те же, стандартные, как и во всех деревнях. Мало отличается друг от дружки. Это ответвление я со стороны совхоза Дымаческая еще проедусь на минутку, покажу. Практически все до одного дома покажу, которые есть в Кобелке. Сегодня замечательная погода, вечер уже, 8 часов, а днем было 31, плюс 31, жара неимоверная. Очень красиво, сейчас такая пора предзакатная, моя любимая. Лучше всего это время показывать. К сожалению, видеорегистратор, камера его всех этих красок не покажет. Но кое-что будет видно. Это еще одно ответвление со стороны. Называется Шилово болото, концов. Здесь несколько домиков стоят. В основном Кобелка вся на поле. Только вот эти ответвления в лесу. Типичная белорусская деревня. Практически примыкает к Дымачьему. Разница 0,5 километра. И до трассы Брест-Тамашовка достаю. Растянулась. Здесь дома все заняты. Здесь все живут. Практически брошенных домов нет. Рядом дома еще, поэтому все дома до единого обжиты. Тем более поезд останавливается. Добираться из города проще простого. Вот это такой закоулок темный. Больше здесь практически их нет. Здесь снова на центральную дорогу выскакиваем. Асфальта нет, но гравейка. Гравейку чистят, а довольно гладко. Я еду тихонечко. 30 км в час, чтобы не пылить. Все цвело, доцветает сирень и каштаны. У нас лето уже, это не 3 мая, это не весна, это уже лето. Прогноз на ближайшие 10 дней также 22-27. Без дождей. Целыми днями такое голубое чистое небо. Удивительная весна. В этой деревне я практически всех знаю, потому что рядом с Дымачьим. Ну, только те, которые купили дома и приехали, конечно же, нет. А местных всех. Нормальная деревушка была когда-то, даже школа. Был свой клуб, была ферма,
ничего-то не осталось. Ферма уже очень давно, лет 40, наверное. Ее закрыли, но я ее еще помню. Клуб тоже очень давно. Была кинопередвижка, когда-то фильмы крутили. И, по-моему, 4 или 3 класса школы. Вот такие были деревни. Практически в каждой деревне была какая-то школа. Магазин обязательно, как же без магазина слева. Вот как каштан цветет буйно. И здесь железная дорога. Остановка, конечно же, есть также. Остановка Кобелка. Между Леплёвкой и Домачьего остановочного пунктами. Домики более-менее ухожены, потому что люди живут. Развалин я особо не наблюдаю. Может, несколько домиков брошенных, покинутых есть, но я даже не знаю, где они. Не замечал. Люди активно строятся, вон даже горы песка что-то делают. Огороды тоже вспаханы, там все выращивается. Как в каждой деревне, люди такие же. Работяги, трудолюбивые. Это деревня. Здесь некогда лайдачить. Конечно же, нет никаких коров, никакого скота. Все это ушло в небытие у нас, по всем деревням. И песняры, как издалека, где-то из глубины, наверное, десятилетий, мычат коровы. Все, здесь Кобелка заканчивается. Все, всего хорошего.